Рорты покажи. Это тот ведущий из Discovery, нет? Который ездит по всем странам. Да, 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 это он. Который пустыню сам на Ниве. Discovery Way. Да, прикинь, на Ниве проехал, чувак. Это тебе не по Троещине на Ниве ездить. Хотя и по Троещине небезопасно, я тебе скажу. Лучше с опущенными кнопками и не останавливаться на красный даже. Я наоборот, вот это мёкнули, чтобы успеть убежать. Ну, тоже вариант, да. Ого, какая-то машина едет жесткая, серьезная, с красным каркасом. Через блок. Они же второй раз. Подожди, а где задний блок? Заднего блока нету? На этой машине нет заднего блока? Наверное, нету, а что? Или уже нет, или еще нет. Аккумулятор сел. Парни, подарите ему 3 электрода. Заварить задний редуктор, честно. У меня стадикам нормально. Стадикам, еще раз я вас прошу. DJI. Просто, да куда он, видишь, вот попадает? DJI. На широкую камеру попадает. DJI бы та же самая фигня, наверное. Нет. Но плюс он денег стоит. 4000. Блин, 4000. Коронавирус. Может дешевле. Коронавирус 4000. Продолжение закапывания. Да, или понижения не хватает, или что? Да. Ну, наш зритель хотел бы знать, ты участвовал в продвижении канала вот этого парня с бородой. Как назывался ваш канал? Потому что просто для Бородач Тюнинг. Сказать название этого канала полное. Бородач Тюнинг. Чтобы можно было вывести и попасть вот на его канал. Вот четкое название. Бородач Тюнинг. Не Бородач. Ну, ты же продвинул канал. Вы серебряную кнопку получили? А ты ж, сука, получил серебряную. Не, мне не дали еще. А, еще не дали? С Америки? 3 месяца будет. Да какие? Второй год идет. Биток придет? Второй год идет. Ну, 100 тысяч. То ли букв не хватает, там у них непонятно. Мне кажется, блин, проще самому купить. Мне кажется, что просто владелец канала YouTube посмотрел твои видео, и говорит, слушай, ну 100 тысяч, блин. Ну за такое видео давай. Бородач говорит, сервера, пока ты на фесте, говорит, сервера отдыхают там везде, говорит. Да. В Альпах. Ладно, дождемся что-то. Так, вон ходит серьезный путешественник. А слушай, когда тебе придет серебряная кнопка, ты будешь приглашать блогеров Украины на это дело, чтобы ее обмыть или там? Ну конечно. Кнопку. Да, да, по-любому. Упийся со счастья. Украины не знаю, но Киева точно. Завелся, ура! Смотри, да. Только не глуши. Не газуй, значит. Значит, держи сцепление, чтобы не заглохнуть. У меня были такие времена, когда стартер накрывался, я весь день ездил по всяким кащам, по пуще по каналу ехал. И ни разу не заглохнул. Вниз идет, да, колеса хорошие. Да. Что у нас Бабай. Вот этот исторический момент. Я не знаю, почему. Звонок. До этого не удалось вытащить. А там и каркас есть, да? Серьезная Нива. Я тоже Ниву должен был купить с каркасом, со всей херней первой. И что, не было? Я зажал 5000 долларов, купил за 1,5. Думал, я лучше сам сделаю. Вот и что? Не, реально, чувак, я потом ему позвонил, я же хотел ее выкупить. Он говорит, я бы за 4 отдал. Говорит, ну ты, блин, вообще, что ли, блин, чувак. Ну. Че ж ты сразу не сказал, да? Я начал свою красную продавать за 2. Купил за 1,5 за 2, ну, еврейская тема, да. Она не продалась, поэтому я не... я ответы говорю, поехали Ниву возьмем, вторую, пусть будет. Но она полностью была готова, на 32 или 33 колеса. Порезанная, с каркасом, с лебедкой, в салоне. Вообще, готова, бери и едь. Крутейшая, да? Да, в итоге мы как лох 3 или 4, 5 лет катался без лебедки, экономил деньги. Я сейчас экономлю Ниву. Погнали. Так, Юля, вот смотри, лох держу. Так, я за Юлю и Леню.
Давайте. Давай на подъем. Юля и Леня опять в кадре. У нее выбора-то нету, получается. Потому что не вывернула. Ничего, подравняется сейчас. Отлично! Стой! Отличное начало. Братцу, Юля, братцу, я братцу ему буду говорить. Дай караул! Хочу поехать на РФС. Что Леня говорит Юле? Я уже поздно. Тут тебе скажут дважды. Хочешь секса, поехали на РФС. Разматывай. На размотку. Разматывай. Разматывай. Другую, другую. Человек еще не знает толком эту машину. А в каком он в супермаркете купил? Ты видел же у него номера Абба? Посмотри, пойди. Еще. Все, хватит. Юля с тобой по радиостанции общается. Ты на радиостанции нет. Все, есть. Так они недавно вместе только, ты что, не знаешь? Ну, конечно. Какой недавно? Да недавно, сколько? А на Карпатском кто был? Мне кажется, что... Ну что? Понижение! Чуть-чуть можно было бы и копнуть. Собирай, хватит. Сейчас можно ехать уже. Я ничего не буду говорить. Почему? Потому что вокруг меня столько знатоков, кто. Блин. А ты на самурае ездишь? Я никогда не встречал. А я ездил. Я не встречал никогда столько знатоков в одном месте. Так, ну вот сейчас... Просто по лесу проезд, и ключевое место здесь, интересно. Так, а сейчас будет ответственный момент. Да, сейчас. Смотрите, ключевое место. Хотел сказать, что Юля по колокольчике, а нет. Просто по поясу. Очень резко зашел, ну красиво, очень уверенно. Леня. Поехали, лебедочка. Отлично просто. Разматывай! Ключевой выход, ну должен выехать. Быстрее, потяни! Что надо? Еще нет, но он сам знает. Какой выхлоп у него модный, как у Геленвагена, видел? Да, диванник. Самурай. Ты представляешь, насколько самурай круче Нивы, Валера? Сколько Нива тут ехала часов? Ну там же не только Нива ехала, там еще и ребята ехали, но где-то что-то пошло не по плану. Ну что, Русь, скажешь, да? Нормально, все. Блин, красиво. А у твоей жены нету подружек? Я бы тоже себе такого штурмана хотел.
придется тебе сегодня убирать дома вместо Юли. Так, Леня пошел на финиш. Победа. Красиво, четко. Парни, я обещал, видите? Молодцы. Как штурман. Не штурман, а пилот второго квадра быстро перемещается. Пошло движение. Витара. Так красиво еще никто не ехал. Легкая. Суетятся вообще, ребята. Знаете, что делает, что хочет, то и делает. Машина не широкая, легкая. Не, ну тут так еще никто, еще и ходом выехал. Охренеть вообще. Вот это уровень. Да. Вот вам и Витара. Просто красавцы. Очень достойно. На лучший результат идут ребята. Ни одной ошибки. Сейчас будут пробовать. Ну, тут ходом не выйдешь, но с минимальной потерей времени.
Сейчас зацепятся и финиш. Очень уверенно. Сама выехала, чуть-чуть сейчас подтянутся и все видите. Не, ну очень круто. Лебедка быстрая. Финиш. Сесть осталось, смотать лебедку. ТР-1 4 участников, ТР-2 14 участников. ТР-3 5. Так, Витара. После самурая. Народ уже обсуждает. Я говорю, честно, как мы. Да. Так, ребята, не ранее этого собрали. Валера, ты же оффроуд снимаешь, успокойся. Да, да. Помоги свои эмоции. Не, ну может так, хочу пойти дальше. Как там называется в этом смысле? Как там называется? Продюсерский. Не, надо лебедку взять. Резиновые сапоги такие. Красиво. Смотрите. Давай, гонуй, гонуй. Сзади штурман. По-моему, он есть. Я перевернул влево. Красиво. Вроде бы есть, но понедельник. Отойди, Сань. Не надо много, не надо много. Тяните, не тратьте время. Вот я насмотрелась бы там круче, однозначно. Да? Ну. Яна, да, круче бы смотрелась. Так. Смотри, они опережают Леню, вроде бы. Ну, шустро идут. Надо что-то сделать. Прыгни под колеса. У нас как у блогеров, то другу дать пауэрбанк это потерять подписчиков на канале. Я знал эту фичу, поэтому я взял с собой пауэрбанк, сейчас будем заряжаться. Пойди посмотрим. А я смотрю, что здесь спонсор соревнования. А вода оффроуд, да? То есть это в бак заливалось или... На вашей воде можно ездить? Двойка машины, только на 50. А где? Нет, 50. Заходил романтик, где пришел? Она там натянулась? Да, она. Нормально. Чуть-чуть. Красиво.
Спасибо.